Продолжаем наш марафон, и настало время передать очередному городу слово для включения. Там диктант еще только собирается написать, и мы перемещаемся в Центральную Америку, в Мехико, столицу Мексики. Всем привет! Привет из Мехико! Мы сейчас находимся с вами в столице, в городе Мехико. Позади меня главная площадь. К сожалению, мы на нее не можем пойти, потому что там митинг. У нас пандемия продолжается, мы все ходим в масках, мы должны соблюдать дистанцию, но митинги при этом разрешены. Тем не менее, я поздравляю всех участников тотального диктанта. Сегодня и мы проведем тотальный диктант уже буквально через несколько часов. Спасибо огромное этой акции, что она продолжается, несмотря на пандемию. И мы решили, раз мы однажды сказали, что тотальный диктант в Мехико, в Мексике будет, значит, он будет. Я являюсь руководителем молодежной организации «РусАктив» и отвечаю за тотальный диктант в городе Мехико. Евгения Гуляева является организатором диктанта для иностранцев «Труд», который у нас пройдет онлайн. Я хочу выразить огромную благодарность Россотрудничеству, ресторану «Колобок», организации «Сырумец» и, естественно, «РусАктиву» за то, что мы все дружно проводим эту акцию в нашем городе, несмотря на пандемию. Это уже будет в пятый раз. Спасибо огромное, и я желаю вам, всем участникам, кто уже написал или кто еще только будет писать, ни пуха, ни пера. Спасибо, Мехико, и тоже желаем Америке, Северной и Южной написать тотальный диктант в 23 Москвы и всем, кто к нам присоединится в это время. Отлично, с минимумом ошибок, а самое главное, получить удовольствие от классного текста Андрея Геласимова у нас вдогонку.